самом начале хотел обратиться к вам с рядом вопросов, которые, значит, ну, на мой взгляд, наиболее сегодня актуальны для региона, может быть, не только для нашего региона. Первое, я начну с точки зрения финансирования работы вообще региона в целом. У нас, вы знаете, недавно был Сочинский экономический форум, и на этом форуме, значит, или перед встречей с председателем правительства, всем губернаторам раздали таблицу по поводу софинансирования, значит, субъектового и федерального по, значит, разного рода программам. Что касается Иркутской области, то, значит, раньше наш процент областного софинансирования был порядка 37%. Значит, в той таблице, в которой была Иркутская область, написано было 20 на 80. Вот. То есть, объективно говоря, значит, ситуация должна, с точки зрения софинансирования, значит, всех совместных проектов, улучшиться. Единственное, что я не очень хорошо понимаю, когда это произойдет. Поэтому я всех вас хотел бы попросить подключиться к тому, чтобы это произошло пораньше. В связи с тем, что, значит, сегодняшнее, если вот так оценить вопросы, значит, межбюджетных взаимоотношений, вот, может быть, Виталий Борисович это знает лучше других, исходя из его опыта, то, если коротко посмотреть, как все происходит, межбюджетка, то, значит, очень часто принимаются решения на уровне федерации о создании каких-то, значит, ну, так скажем, проектов в общем смысле, значит, и забывается при этом вопрос одновременного финансирования этих проектов. Значит, и, естественно, потом возникает вопрос, а кто будет за это все платить? Регионы обращаются, часто такое позитивное отношение, давайте будем решать, вот, но давайте будем решать, это растягивается не просто на месяцы, а на годы. Вот я один небольшой пример, МФЦ, хорошее дело, значит, многофункциональные центры, вот, где человек по принципу одного окна может решить большую часть всех государственных там и, значит, других видах госуслуг. Всем понятно, что в абсолютном большинстве, значит, это услуги государственного второго уровня, значит, так сказать, федерального, 80%. Это уже устоявшаяся цифра, но МФЦ действует уже несколько лет, а вопросы софинансирования, значит, МФЦ, значит, они пока рассматриваются, так скажем. В позитивном варианте, вот я опять же в Сочинском форуме недавно встретился с новым министром экономического развития, значит, он это дело подтвердил, да, конечно, нужно, значит, софинансировать, вот, но опять же вопрос решается, а когда? То есть вот такого рода примеров я, в принципе, мог привести десятки. Десятки, когда принимается решение, которое фактически приводит к дополнительным расходам на уровне региона, вот, а затем каждый регион в отдельности или там уже как-то в куче, мы начинаем этот вопрос решать на уровне федерации. В результате это выходит в очень большие цифры, к сожалению. Вот. Мне кажется, что вот на уровне Государственной Думы, Совета Федерации можно было бы вот за правило принять, если есть какие-то решения, принимаются здесь, и мы, в принципе, не возражаем, потому что, ну, скажем, как наш регион, там, 5000 километров далеко, значит, в Москву решать какие-то государственные вещи. Но если это будет привязано одновременно к финансированию, а не потом в инициативном порядке уже давайте будем обращаться, чтобы вам как-то компенсировали, то это будет, ну, и справедливо, это и будет, значит, по-государственному. Такого рода письма я пишу много, и на уровне Министерства финансов, и отраслевых министерств, и, значит, так сказать, председателю правительства практически каждую неделю. Но вот пока мы этот принцип здесь не примем, думаю, что, значит, это будет неправильно.
Вот точно так же, как, значит, вот, Николай Петрович, по поводу экологических вопросов. Ну, есть программа, федеральная целевая программа по охране озера Байкал, там огромные средства запланированы, 5-й год идет уже этой программе, но когда мы начинаем говорить о том, что, значит, а давайте все-таки эту программу начать осуществлять, мне говорят, а есть же, существует типовой порядок, пускай ваш муниципалитет, где нужно построить какие-то очистные сооружения в типовом порядке, сделает проект, профинансирует его, естественно. Вы, значит, обращаетесь в Министерство природных ресурсов, в правительство, значит, и говорите, что вы софинансируете, значит, на уровне муниципалитета и региона, значит, эту программу, ну, скажем, там, какие-то отдельные очистные сооружения. И мы в результате вам эти средства выделяем. У меня возникает вопрос, а при чем здесь программа тогда? Федеральная программа по охране озера Байкал, когда закладывается обычный типовой, так сказать, режим строительства, возведения этих, значит, очистных сооружений. То есть мне кажется, что вот в таком случае, если какие-то федеральные вещи, значит, происходят, то надо, так сказать, чтобы это было более четко, задание, задачи, привязанные к, значит, так сказать, к решению этих вопросов, они бы так, ну, декларативно, что ли, обозначались, а потом мы уже, значит, искали вариант, как, значит, как его найти. Я это говорю о принципиальных вещах, значит, то есть о подходах, о методике. И в связи с этим я, значит, вот у меня целая пачка документов, которые исходят вот из этой методики. Я думаю, что если мы методику реально здесь изменим, значит, с нашим участием, там, так сказать, с нашим подходом, то тогда всем регионам станет, значит, по-другому, чтобы мы понимали перспективу. Иначе сегодня у нас есть задача создать стратегию развития 2030 года. И по большому счету регионы, которые, ну так скажем, живут за счет собственных средств, они эту стратегию гарантированно подкрепить финансами не могут. Могут подкрепить финансами только убыточные, только дотационные территории, потому что для них все понятно. Вот есть там, значит, такая-то сумма, как минимум, там 90% дотации, там 95-97%. И любой дотационный регион понимает, что меньше этой суммы ему не дадут. У него гарантированно, и он может на нее рассчитывать. А как, так сказать, тем регионам, которые сами зарабатывают, действовать? Значит, вот мы прибавили 22%, значит, в собственных доходах по прошлому году по сравнению с, значит, с 2015 годом. В общей сложности, значит, вот такие регионы, их стало 25 доноров, прибавили 122 миллиарда. 100 из них взяли, изъяли. Значит, остальные 22 разделили в ноябре прошлого года на, значит, все те территории, которые хороший результат показали. Может это служить стимулом, если тебе дают 1/6 часть от того, что ты сам заработал? Наверное, нет. Наверное, нет. Поэтому территориям, которые развиваются, которые, так сказать, стремятся внести свой вклад в общероссийское развитие, они сегодня получают, ну, такую неопределенность, что ли, с точки зрения развития. Мы не знаем, сколько нам оставят, когда оставят, сколько оставят и так далее. С учетом того, что каждый из вас имеет, значит, прямое отношение вот к нашему большому региону, я бы хотел, чтобы вопросы территории, которые пытаются сами заработать и, так сказать, сами вносить свой вклад в общероссийские, были бы, ну, значит, какие-то, я уж не говорю преференции, но, по крайней мере, стимулирующие вещи для нас были бы сделаны. Иначе нет смысла быть территорией-донором, так сказать, а можно стремиться к тем условиям, когда тебе будут давать гарантированно, ты будешь жить, так сказать, на чужие ресурсы и гарантированно получать средства, и можешь любую перспективу развития вырабатывать, там любой план, стратегию и так далее.
Ну и все-таки по стратегии мы рискуем. Мы стратегию сделали, несмотря на то, что абсолютное большинство территорий, значит, в связи с тем, что вот сейчас дан там лаг. Вот, я хотел бы, чтобы после, значит, принятия ее на законодательном собрании вы с ней познакомились. Если хотите пораньше, я вам всем отправлю, чтобы мы еще учли ваше замечание. Ну и все мы работали на эту стратегию, потому что каждый из вас надолго, значит, так сказать, пришел работать, и мы должны работать стратегически. Ну вот, собственно говоря, то, что я хотел до вас донести в самую первую нашу такую встречу.